В муниципалитете стартовала неделя доброты и щедрости. О благотворительной акции поговорим с председателем общественной палаты Ленинского городского округа Людмилой Лернер. Людмила Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Расскажите подробнее об этой акции. Вообще уже в который раз она проводится? Действительно, с сегодняшнего дня, из 20 ноября, это с сегодняшнего дня, по 26 ноября в Ленинском городском округе будет проходить неделя доброты и щедрости. Инициатором этой акции является Общественная палата, Ассоциация представителей Совета многоквартирных домов и Координационный совет общественных объединений Ленинского городского округа. Акция приурочена к акции «Добрый вторник», но по традиции в Ленинском муниципалитете она проводится неделю. Неделя доброты и щедрости в нашем муниципалитете проходит с 2017 года. Это стало хорошей традицией. Мы привлекаем как можно больше с каждым годом неравнодушных жителей, которые помогают людям, остро нуждающимся в различных направлениях. То есть это и материальная помощь, это и продуктовые наборы, это и различные мастер-классы. У нас участвуют по традиции салоны красоты, то есть они предлагают различную помощь мамочкам, детям с ограниченной возможностью. Это и прическа, и маникюр, и брови, и реснички, и уход за кожей. То есть то, что себе не каждый раз может мамочка позволить. А немножко вот о категории, кто вот еще входит, кто получатели? Благополучатели в этом году мы определили следующее. Это будет Всероссийское общество инвалидов нашего Ленинского городского округа. Это общество людей с заболеванием диабета. Это общество слепых и члены семей СВО. В этом году, как отмечается, намного больше вот организаций принимают участие, то есть согласились, да, принять участие? Да, вы знаете, неделя доброты стартовала сегодня, первый день, но многие жители, предприниматели, общественники уже внесли свой вклад, уже приняли участие. У нас уже были поездки в театр, у нас были мастер-классы, у нас уже были материальные помощи, то есть люди, уже заранее зная, что в ноябре традиционно у нас эта неделя стартует, с удовольствием звонят, спрашивают, куда что принести, кому как помочь. Людмила Васильевна, вы можете обратиться к нашим телезрителям. Да. Может быть, кто-то еще захочет присоединиться. Призываю всех жителей Ленинского городского округа принять участие в акции «Неделя доброты и щедрости». Делайте добро, и оно к вам обязательно вернется. Делать добро приятно. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была председатель Общественной палаты Ленинского городского округа Людмила Лернер.